Друзья, приветствую вас в игрушке Cartoon Cat Horror. Я так понимаю, это игра про страшного котика, который бегает по школе за нашими героями. Уп, твою за ногу. Говорят, здесь видели странное существо. Да, на него интересно посмотреть, но надо быть осторожнее. Чувак, ты что, скользишь, что ли? У тебя там эти... с роликами... Так, у меня есть фонарик. Джек, не отставай. Джек, не отставай. Вы какой-то тяжелый, а? О, я могу прыгать. Черт, я хочу запрыгнуть на эту машину. Слышь, ты меня так не пугай, малой. Джек, не отставай. В смысле? Ты че, ёпта? Это что за азбука Морзе? А ну-ка, давай без вот этого вот. Что, у нас тут есть что-то интересное, нет? О! Хочу сюда запрыгнуть. Посмотреть, что там у нас. О, сюда я не могу. Вот вам и граница игры, да? Слышь, что, можно я покатаюсь как в GTA, нет? Так, все, малой, я тебя не знаю. Давай, иди сюда. Так, что-то какая-то ваза разбитая, что ли. Мы зашли в хату. Точнее, в школу. Нам нужно держаться вместе. Нет, давай разделимся, как в самых страшных фильмах. Говорит, его можно отвлечь клубком из шерстяных ниток. Ты же взял их? Ну, как бы... Да, зачем я взял клубок шерстяных ниток? А где Джек? Куда же он пропал? Я должен его найти. Найдите своего друга. А можно я просто пойду отсюда? Вызову там полицию! Ой, ёб твою за ногу! Это чё за кошара, блин? Пошёл вон, я тебя не знаю, ты вообще кто такой? Всё, давай, сваливай отсюда. Фух, серьезно, чуть не родил. Еще б немножко. Так, что у нас тут интересного? А, класс с ноутбуками? Серьезно? В заброшенной школе куча ноутбуков. Как минимум раз, два, три, четыре, пять. Нормально, хорошо живете. Фух, я прям немножечко так стукнул. Так, дверь заперта. Кстати, откуда дверь выхода на втором этаже? Типа, выпрыгивая через окно? Надо найти ключ от двери. Окей. И где мне ее искать? Тут-то нету. Я уверен, что ключ от двери где-то на первом этаже. Это очко идти, потому что... Смотрите, какой походка он идет. Лови мячик. Я побежал. Давай, давай, давай. Фу, вот мы его отвлекли. Там ничего интересного. О, еще целая куча ноутбуков. Да я бы разбогател на всем этом. Были бы у меня карманы пошире. Продал 10 ноутбуков, купил себе машину. Так, теперь же надо найти этот ключ, где мне его искать. И как мне его искать, собственно? Никаких интерактивных элементов я не вижу. Так, так, так. Валим, валим, валим. Он меня чуть не это не схватил. О! Столовочка! Вовремя кидаешь этими клубками. Прям все четенько. На самом деле с клубком не так-то и сложно сбегать.
Провалиться я туда не могу, я понял. Давайте ходить по столу. Откуда ноутбук в столовой? Интересно. Журнал Понц. Там, наверное, должно быть было написано порно, но что-то пошло не так. Иначе в Google Play бы игру забраковали. Ох уж эти игры из Play Market. Так, а чё куда бежать, чё искать-то? Сейчас 100% выхожу из-за двери, и там это чудо. Юда. Нет, никого. Заперто. Чувак, ну ты с этим монстром столкнулся уже два раза. Пора бы уже и сваливать от него. Я не вижу здесь никаких ключей, не валяется и в помине. Не хотелось бы мне остаться на этом месте, но если вдруг кто-то играл в эту игру, напишите в комментариях, где вообще этот ключ лежит и не респавнится ли он случайно рандомно. Хотя я считаю, что по идее должно быть в определенном месте. В ящике, может быть. А чем мне его расколоть? Так, ну вроде все спокойно. Так, врага не вижу. Давай через окно. Все, выходы заблокированы. Нам кирдык. О боже, я не хочу умирать, я еще так молод. Мне кажется, надо ориентироваться по этому звуку. У меня прям предчувствие, что этот шепот неспроста. Может быть, он... Так, а я могу что-то открыть? Нет? Нет, это был просто шепот. Для нагнетания атмосферы. Так, ну пока я ищу ключ, можно... включить веселую музычку и ускорить все это действие. В общем, я искал этот ключ везде, где только можно, и уже просто психанул. Друзья, такая вот игрушка. Не знаю, пишите комментарии, где искать этот чертов ключ. Я обыскал все. Наверное, не все, раз не нашел, но... Не знаю, не знаю. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, жать на колокольчик. Всем пока, друзья!